Всем привет! У нас ивентовая локация Лапландия. Может быть, мы здесь сможем пройти вторую экспедицию, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, аппетита, спокойной ночи. В любом случае, кто когда смотрит, всем всего приятного. Ух ты! А у нас тут рак вроде, даже краб, махнорукий китайский. Круто! Это вопрос, а где это я был сейчас? Ой, беда. Ой, вот беда была. На Припяти ничего нету. Здесь у нас ничего нету. На реке Амур. Понятно. Да, друзья, не забывайте подписываться на канал. Рекомендовать друзьям. Ну и, собственно, все. Было недавно на рыбалочке. Кроме, ну, трех сомиков небольших поймал. И, собственно, все. Значит, здесь у нас еще краб есть. А мы его тоже поймали. Замечательно. Это Янцзы. Средиземное море. Ага, мы здесь как раз-то будем кого-то ловить. А мы сейчас посмотрим в дальнейшем. Карась, кардинал, кардинал, конгер. Краб голубой. Клюет только со дна. Нет, значит, мы здесь еще не были, мы здесь еще будем. Поэтому смысла сюда пускать нет. И на Чубхрае тоже я могу поставить, но я тут и не был. Смысл мне в этом. Озеро Ареналь. Кого мы здесь можем? Получается, тоже крабиков. Рак, нет, рак. Ну, а зачем? Колорадо, ох, скоро надо будет на Колорадо идти завершать миссию. А вот здесь вполне, вполне мы сейчас можем поставить. Поэтому ставим на реке Миссисипи. Раколовочку, ну и будем вылавливать зачетных здесь. У нас тут проблемки с головлем рождественским. Ох, да, давайте начинать. Всем приятного просмотра, погнали.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ну что, друзья, наверное, на этом все. Сегодняшнюю серию мы закончим. Самое интересное, что то, кого мы хотели, мы выловили наконец-то головля. Но нам еще предстоит очень-очень большой путь. 19 зачетных рыб. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.